пятницу. Бывают мгновения, когда счастью и радости нет предела. Ты у меня умная, талантливая, упертая. Меня, если помнишь, Коля зовут. А я Люба. Но за белой полосой всегда следуют разочарования и обиды. У тебя есть другая женщина, да? Но ты же самый лучший папа в мире, ты же не можешь так поступить. Послушай меня, ты уже взрослая. Мамочка! И если удача укрылась и не спешит показаться вам из-за угла... Маму могут перевести в психдиспансер. Из-за тебя она чуть не умерла, из-за тебя! Возьмите меня, медсестра. Хоть на полставки. Все равно ты через неделю сбежишь, потому что работа грязная. Я не сбегу. Мы же никому ничего не скажем. Ну тебе что, совсем на меня наплевать, мам? У меня есть ребенок. Остается верить в лучшее и ждать своего счастья. Люба, любовь. В пятницу на ТВ Русь.